север города Москвы. Возле станции метро Северная. Здесь мы живем. И так у нас всего 31 марта 2019 года. Наш двор. Вот так выглядит сегодня. Вот здесь березка. Не вижу, что снимаю, но догадываюсь. Да, хочется мне запечатлеть и наш двор тоже. С той и с другой стороны. Да. Мы живем в районе Западной Сибири. Напротив района Господиновска. Метро Сибирская гостиница. Зато с транспортом никаких проблем. Да, сейчас еще и метро у нас. Да. Ну и что? Вот так выглядит сегодня. У нас каждым днем будет все лучше и лучше. Красивее картинка будет. А сегодня будет такая. Тоже неплохо. Мне нравится это место, где я живу уже давно, с 85 года. Да, вот и торговый центр будет прямо напротив нас. Буду туда ходить. Сегодня, на удивление, теплая, плюс 6 градусов. Да, мой двор, наш двор. Вот так выглядит это место. Мы все